Глава 8. Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки. Не заводи тяжбы с человеком богатым, чтобы он не имел перевеса над тобою, ибо золото многих погубило и склоняло сердца царей. Не спорь с человеком дерзким на язык и не подкладывай дров на огонь его. Не шути с невеждою, чтобы не подверглись бесчестию твои предки. Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под эпитимиями. Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем. Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе. Помни, что все мы умрем. Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их, ибо от них научишься ведению и как служить сильным. Не удаляйся от повести старцев, ибо и они научились от отцов своих, и ты научишься от них рассудительности и какой в случае надобности дать ответ. Не разжигай угли грешника, чтобы не сгореть от пламени огня его, и не восставай против наглеца, чтобы он не засел засадою в устах твоих. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если дашь, то считай себя потерявшим. Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязанный заплатить. Не судись с судьею, потому что его будут судить по его почету. С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства. Не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним через пустыню, потому что кровь, как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя. Не советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о деле. При чужом не делай тайного, ибо не знаешь, что он сделает. Не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя».